зеленый цвет для пешеходов, как и на велосипеде, так и на всех вот этих средствах, нужно сначала как спешиться, вести рядом и переходить только так дорогу. Строго говоря, такие мероприятия в расписании летнего лагеря «Родничок» называются «занятия по правилам дорожного движения». Но на самом деле это некий микс из проверки знаний в режиме «вопрос-ответ», декламации стихов, подвижных игр и театральной постановки. Все номера ребята подготовили самостоятельно под руководством опытных педагогов. Тема сегодняшнего занятия – правила пользования средствами индивидуальной мобильности – самокатами, велосипедами, гироскутерами и прочим. Не случится, что в беде, помнить просто надо. Соблюдайте ПДД даже с самокатом. В летнем лагере «Родничок» отдыхают школьники в возрасте от 7 до 12 лет. Подобные занятия, где ребята проходят правила дорожного движения, часть программы пребывания в учреждении. В игровой ли это форме происходит, в форме каких-то профилактических бесед, сценках. Все равно одна самая главная цель – научить ребенка безопасному поведению. С начала года в Ленинском городском округе произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а значит, подобные занятия не теряют своей актуальности. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.